Привет всем зрителям моего канала. Как вы видите, я в другой обстановке, но сегодня будет очень интересное видео. Мы сделаем кольцо из копеек. И вот очень много разные мелочи. Я покажу, как можно сделать настоящее кольцо вот из таких вот денег. Если интересна тема, продолжайте смотреть. Друзья, для того, чтобы сделать кольцо, нам необходимо вот такие вот тиски желательно, да, или место, на чем мы можем, собственно, изготавливать. Возьмем 5 копеек и из 5 копеек будем делать кольцо. Кольцо из 5 вот таких вот замечательных украинских копеек. Ну что ж, приступим. Конечно, первым делом я подумал о молотке. Ну, давайте посмотрим, насколько им удобно это делать. Еще я видел, что можно использовать вот такую вот ложку для этого дела. Мы используем вот молоток и вот так вот по чуть-чуть расплюскиваем саму вот эту монету. Она становится все шире и шире. Но что можно посмотреть, что немножко неравномерно все, и монета сама по себе может изгибаться. Поэтому в некоторых случаях можно использовать вот такую вот, в данном случае это из нержавеющей стали, ложка, и по чуть-чуть именно ложка расплюскивать, потому что она такая не сильно тяжелая получается, и более мягче это все делает, скругленнее что ли. Ну, можно до какого-то этапа, я думаю, попробовать делать это молотком, да, а потом просто перейти и на более мягкий такой щадящий формат ложкой. Руки, конечно, сильно пачкаются от такой работы. И перехожу на работу вот такой вот ложкой. Давайте в этом видео я покажу, как я сделал заготовку, используя только ложки, без молотка. Она немножко поровнее, да, то есть без каких-то там дополнительных изгибов. Вот смотрите как. Вот. Хотя в этой заготовке использовался молоток. Немного не так красиво получилось, не так ровно. Ширину можно, в принципе, регулировать. В принципе, можно регулировать дальше. Берем 5 копеек. И нужно найти для рассверления приблизительный центр данной монеты. Так вот. Ну что, у нас отверстие есть, можно посмотреть на него. И теперь будем его растачивать. Итак, у нас есть болт. Вот так вот мы закрепляем. Зафиксировать, чтобы оно никак не двигалось. Раз так, очень плотно. Опа. Мы теперь можем их полировать об наждачку. Вот. Это наждачка непосредственно на где-то. Что уже есть сейчас. Вот такое вот есть. Ну, видите, еще за счет тисков, то что тиски зажимались, оно немножко битое. Но я думаю, можно это сейчас отполировать. Такое получается такого размера кольцо. Этим заготовка у нас так выглядит. Можно, в принципе, сделать его гораздо шире. Так, ну что, полирнулось он довольно нормально. Конечно, можно еще больше. У меня разные наждачки. Ну, я думаю, для первого раза да, достаточно, чтобы проделать вот такой вот формат с непосредственно с кольцом из монеты. Вот. Можно, в принципе, доводить еще больше до идеального состояния. В принципе, методику я показал, как это, собственно, и производится. Вот такое колечко получилось из 5 копеек. Вы все видели, как это происходило. Главное, понятна сама механика. Если кому интересно, тоже можете такое сделать. Поставьте лайк, если понравился ролик. Подписывайтесь на канал.
Впереди много всего интересного. До встречи!